Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристианленд. Я выпускаю второе свое очередное видео, разговорное. Я выпускал уже первое видео. Я первый и последний раз оставлю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели и поняли, к чему вообще эти все видео. В общем, если вы первый раз смотрите мое разговорное видео, я его как-то так назвал, вот, то вкратце объясню, что это будут такие видосы спонтанные, которые я буду выпускать без какого-то супермонтажа, то есть не буду что-то резать очень сильно, если это только, ну, не будет сильно бросаться в глаза, вот. И мы с вами будем обсуждать различные темы, которые мне интересны, которые я бы хотел с вами немного обсудить, то есть я вам рассказываю, вы выслушиваете мое мнение, а потом я с удовольствием выслушиваю ваше мнение в комментариях. Так было с первым видео, оно вам понравилось, мне даже в личку ВКонтакте писали: «Кристиан, молодец, там выпускай дальше такое» и так далее. Сегодня будет несколько тем, они все довольно-таки интересные. Слух есть один по поводу «Черной вдовы», я думаю, вы уже понимаете, о чем я. Вот, и я все это хотел бы с вами обсудить. Итак, давайте, раз я уже начал с «Черной вдовы», давайте начнем с «Черной вдовы». В интернете появился слух, что сольник «Черной вдовы» выйдет с рейтингом R. Это мега странно, мега необычно для Marvel. Как вы знаете, на данный момент Marvel является такой, знаете, наверное, самой крутой киновселенной. Ну, это очевидно, конечно же. Это, в общем, самая крутая киновселенная и самый крутой конвейер денег для Disney, потому что, как вы знаете, надеюсь, вы это знаете, Marvel принадлежит Disney, Звездные войны принадлежат Disney, Фоксы уже принадлежат Disney, вот, и это конвейер для денег. Но если бы Marvel выпускали каждый свой фильм киновселенной с рейтингом R, то сейчас бы киновселенная выглядела бы намного иначе, она бы не была такой масштабной и так далее, потому что это урезало бы заработок, ну, примерно в два раза. Потому что, на самом деле, почти во всех кинотеатрах Америки с этим строго, с рейтингом и так далее, там действительно проверяют паспорт и так далее. Если у нас, вот, допустим, у меня в городе, можно как-то еще проскочить, когда мне было лет 15-14, я как-то проскакивал на взрослые фильмы, 18+, ужастики и так далее. Я как-то это делал, но все же не везде так, и все-таки заработок с того или иного проекта с рейтингом R урезается. И поэтому Marvel делали все фильмы там 16+, у нас 12+, иногда, вот, а так в Америке PG-13, и это на самом деле совсем неплохо. Фильмы получались практически все супер крутыми, супер классными, вся трилогия нынешняя «Мстители» просто невероятная, там «Мстители 4» вообще взорвут, вот, и это, конечно же, не мешает Marvel, но тут «Черная вдова». На самом деле, если вы знаете, то в киновселенной у Наташи Романов довольно-таки тяжелая судьба. Она об этом говорила Брюсу в доме у Клинта Бартона, получается, да, у Клинта Бартона в Эре Альтрона, и там она рассказала, что, блин, у них там было очень-очень жестоко, им сделали, по-моему, какие-то операции или что-то в этом роде, чтобы они не смогли рожать детей, чтобы они не смогли родить. Это, конечно же, очень ужасно, и вот такого трэша с убийствами и так далее, конечно же, было бы круто увидеть в кино, но на самом деле мне почему-то мало верится. Я не думаю, может быть, Marvel и пойдет на такой риск, но мне кажется, более вероятно то, что это всего лишь слух, и он не оправдается в итоге. Возможно, Marvel об этом задумается, точнее, Disney решает, под каким рейтингом Marvel будут выпускать фильмы, вот, и Disney, может быть, заикнулись на это, но после, там, я не знаю, нескольких обсуждений у себя в кабинете, за круглым столом, так его назовем, Disney, совет директоров, они, мне кажется, примут решение о таком же рейтинге, как и во всей киновселенной, чтобы, допустим, этот фильм не выбивался из общей колеи киновселенной. Но это будет спин-офф практически всей киновселенной, то есть там связи с киновселенной будут, я думаю, мизерные, может быть, с Ником Фьюри, с Клинтом Бартоном, скорее всего, вот. И поэтому, в принципе, рейтинг R приветствуется в этом плане, если будет маленькая связь с киновселенной. Допустим, если бы это был проект, который, допустим, сразу идет после «Войны бесконечности», это было бы совсем глупо, потому что «Война бесконечности» PG-13, а тут у нас рейтинг R 18+, трэш и так далее, конечно же, это было бы глупо. И мы знаем, что Дэдпул сейчас совсем скоро, ну, я думаю, в ближайшие 2-3 года вольется в киновселенную Марвел.
что Disney с ним сделают, что сделают с Райаном Рейнольдсом и так далее, что сделать с его рейтингом, непонятно. Но вот Marvel, мне кажется, заикнулись на рейтинг R для «Черной вдовы», и лично я это приветствую, было бы, конечно же, очень круто, потому что, мне кажется, «Черная вдова» — это фильм, который не соберет там 2 миллиарда, полтора даже миллиарда, даже как «Черная пантера» 1,3 миллиарда долларов. Вот, в общем, это будет такой проект, который больше для фанатов, потому что многие фанаты просили, и, в принципе, история не рассказана и так далее. Там, я думаю, валюты Клинта Бартона и Ника Фьюри немножечко как-то будет и в «Капитан Марвел». Вот, поэтому, в принципе, почему бы и нет, и я был бы рад, в принципе, и PG-13, и рейтингу R. В общем, вот такое у меня мнение по «Черной вдове», по рейтингу R. Это, конечно же, классный слух, но я думаю, это просто слух, и о чем-то говорить тут обширно и так далее, я думаю, нет смысла. В общем, я буду рад и PG-13, и рейтингу R. Итак, идем дальше. Аквамен собрал миллиард долларов. Это, конечно же, классно. Это заслуженно, определенно заслуженно. Если Веном собрал 850, Аквамен должен был собрать полтора, на самом деле, миллиарда долларов. Вот. Но миллиард уже есть, и там по каким-то прогнозам будет 1 100 000 000 200, возможно. В общем, примерно так. Это, конечно же, очень классно, потому что работа над фильмом проводилась колоссально. Джеймс Ван проделал реально крутую работу. Он сделал развлекательный фильм для DC, они вот это, знаете, мрачность, Марта, там, детонатор и так далее. В общем, это все не то, на чем можно зарабатывать большие деньги. Я скажу честно, у DC, у киновселенной DC огромная критика, но на самом деле у них «Отряд самоубийц», конечно, вышел ужасный, но вот сами персонажи, как их подобрали, как их сделали, очень круто. Особенно Джокер и Харли Квинн. Это вообще прекрасно. В общем, я это делал даже отдельное видео давно, что не так с киновселенной DC. Вот. Тот же Шазам многообещающий, Аквамен показал невероятный результат. Джейсон Момоа в предвкушении сиквела. Вот. Эмбер Хёрд просто тоже там в шоке от всех этих результатов. Они выкладывают различные посты в Инстаграме, где благодарят нас, фанатов. Спасибо, что оценили наш поход в кино, у некоторых даже походы, вот. Так что это вполне заслуженно, я очень рад за Аквамена. Человек-паук через вселенные. В предыдущем моем подобном видео я говорил, что Человек-паук через вселенные... Сейчас, секунду. Собрал мизерное количество денег, а Веном собрал в разы больше. Я говорил о том, что Человек-паук соберет максимум 250, но нет, как оказывается, в Китае, если не ошибаюсь, на выходных он так, ну, прилично выстрелил для проекта, который идет в кино уже несколько недель. Вот, в России там уже по одному сеансу, в день по два максимум. Вот, в общем, прокат уже заканчивается. Они уже собрали 300 миллионов долларов, это неплохо, Гринч собрал 500, но Гринч, он на более обширную аудиторию, потому что это все-таки Новый год. Там тематика Рождества, Нового года, и все это, конечно же, приветствуется у семей, и семьи идут с детьми на этот мультфильм, а анимационный фильм «Человек-паук через вселенные» — это больше для фанатов Человека-паука, для фанатов Марвел и так далее. Конечно же, шли люди, которые, допустим, из-за графики крутой, там, по трейлерам, это реально бросается в глаза, вот эта крутая графика и так далее. Это, конечно же, очень круто, что люди пошли не только фанаты Человека-паука, но и другие люди, абсолютно взрослые люди. Это, конечно же, классно и всем понравилось. Это очень-очень хорошо. Если Человек-паук соберет еще хотя бы 50 миллионов долларов, то можно уже будет хотя бы немножко выдохнуть, что ху, Sony, слава богу, хотя бы более-менее окупились, потому что в Голливуде как? Если фильм окупается в два раза, то есть 100 миллионов бюджет, и он собрал 200, это плохо, это ужасно, там даже не задумываться о продолжении и так далее. Если он собрал в три раза, то там идут раздумья. Если он собрал в 4, в 5 раза, в 5 раз больше, как, допустим, Веном, то все, то есть тут вопросов нет, все, запускаем сиквел, сколько он там соберет, уже все равно, вот, потому что он соберет, я думаю, вот, сиквел Венома примерно соберет так же, я так думаю, не больше. Потому что, опять же, PG-13 может повлиять на это, все ждали рейтинга R, как Веном откусывает головы и так далее, он откусывал головы, но все это было за кадром. В общем, посмотрим насчет Венома, а насчет Человека-паука я очень рад, это очень классно, потому что действительно анимационный фильм заслужил вот этих сборов, внимания и так далее, чтобы Sony продолжали сиквел делать, там, я не знаю, спин-оффы, как они говорят о Свине-пауке,
ждем спин-офф. В общем, я думаю, Sony сделает для нас много всего интересного. В общем, вот такие темы я решил с вами сегодня обсудить. А вообще, если вы хотите, чтобы я обсуждал какие-то новости, которые хотели бы вы, то можете мне писать в личку ВКонтакте, можете мне писать в комментариях к любому видео, я там везде увижу, мне не так уж и много уведомлений приходит из Ютуба, так что можете писать, я обязательно обсужу, если мне что-то очень понравится, как, допустим, то, что и вам понравится, то мы обязательно с вами это обсудим в каком-нибудь другом разговорном видео. В общем, спасибо еще раз, что посмотрели меня до конца, пишите обязательно свое мнение об этих слухах, об этих сборах и так далее в комментариях, мне, правда, будет очень интересно почитать. Я все обязательно прочитаю, все обязательно пролайкаю, чтобы вы видели, что я не просто так вам это говорю, чтобы вы там писали, а я не смотрел. Нет, я все обязательно посмотрю. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм и, конечно же, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Скоро будет много крутых видосов, у нас продолжается с вами марафон к 10-летию киновселенной Марвел. Мне еще много есть чего вам показать, и Танос на троне есть прекрасный. В общем, ждите много всего крутого. Все, спасибо, дорогие друзья, возвращайтесь в Crystal Land. Пока-пока.